Всем здорово, ребят. Ну что, сегодня мы с вами пробуем опять пройти за пределы уже на адском уровне, на сложном, на моем топовом аккаунте. Посмотрим, что у нас будет попадаться. В прошлый раз у нас здесь попадались зефиры, я охреневал. На каждой катке были зефиры. Я не знаю, что будет сейчас на адском, но заодно посмотрим, сколько надо времени для того, чтобы собрать Мэри, сколько ее падает. Если, конечно, мы дальше сможем пройти, в чем у меня очень большие сомнения, потому что вы уже видели эту локацию, я показывал вам, и это просто печаль полная. Так, берем наших героев. Так, его убрать. Берем Фрэнка, поставим Мэри. В общем, такой вот состав. Я пока их собирать не буду. Поехали, посмотрим. Так, сразу же 190-е. Поехали, соберем команду. Такс, Зефир. Так, Мария пока ставить не буду. Барт. Урожай. Вот такая пачка, смотра у нас в ней получается нету, ну, в принципе, это не очень нам страшно. Что? А, это, или это мне показалось, или реально они слились? Это, наверное, мне показалось. Потому что я думал, если сейчас они сольются на первый же, то это просто писец будет. Реально. Так, смотрим дальше. Огник. Нифига себе. Вот это так неждан, посмотрите. Два, но как-то очень сильно заманчиво и стрёмненько. Пойдем через 6. Реально, какой-то прикол, что ли. Так, отлично. Ну, как видите, у меня на героях здесь недомогание стоит, поэтому мы без проблем проходим. Так, Зефир. Ну, я иду сюда через Зефира и через Фрею. Мне интересно все-таки посмотреть, насколько здесь будут усиления. Пока это первый этаж, это легкий этаж, и как видите, у меня уже полно Зефиров. Полно всякой срани. Вот очень плохо не видно, кто с героев есть, кого слили. У кого-то по-любому слили. Землеройку, наверное, слили у нас. А, нет, бьет вроде. Раз, два, три, четыре. Пять. Вроде все. Не видно вообще нифига ничего. Но пока держимся. Берем точность. Так. Самое главное, не прозевать где-то момент. Смотрите, суперпэты 12 левела уже. Неплохо. Я думаю, там будут 35-е все в конце. Однозначно. Ну, пока держимся. Сори, ребята. Так, ну что, ну здравствуй, не сливные пачки, кто там у нас остался, не вижу, ворожей, надо Фрею брать сюда, без Фреи тут реально не справиться уже. Пипец, у меня, блин, прокачанные герои, они нифига не могут сделать, что за бред? Это легкое. Мы не можем его пройти. Да ладно. Посмотрите на этих питомцев. Это просто пипец. Ладно, сейчас посмотрим, кто у нас там остался. Поставим Мэри вместо землеройки. Она должна решить эту проблему, если там... Ну, там вроде не с ограничением. Я вроде дотягиваю. Оккультист. Оккультист. Офигеть. Землеройка, нифига себе. Посмотрите на этот прикол.
Это просто жесть какая-то. Ну реально, уже задрачивает это. Что за фигня? Что за фигня? Оккультист слил топовые прокачки. Ну это просто бред. Так, Зефир. Пойдем сюда. Так, там Космо уже начинает нам пакостить. Надо будет своего Космо брать. Делать сюда. Я надеюсь, мы тут сливаться так сильно не будем. Вроде все живы. Ну, троица парты, это они реально здесь тащат. Оса, Космо, ну это нам не страшно. Ну это пока, ребят. Смотрите на Мэри. Мэри начинает проседать. Все-таки успели. Надо ставить сюда Космо вместо Феникса. Космо сразу же включается, не дает ему ударить. Так, ну вроде пока и так нормально. Берем точность, смотрим. О, вообще подарок. Вот это реально подарок от души. Так, все, все креснули, отлично. Сейчас тут, наверное, будет трэш. Нет, нормально, в принципе, Космо не особо. Первый левел адского, как видите, дался нам более-менее легко. В принципе, потери были, но мы их восстановили. Нормально, все, дальше движемся. Так, давайте тащите. Хватит сливаться с ливуны. Так, отлично. Ну что, поздравляю, первый левел мы прошли, ребята. Забираем долгожданный сундук. Ultimate chest. Поехали на следующий этаж. Так, что у нас тут? Такое, такое. Поехали сюда. Да, надо все-таки вместо Феникса брать сюда Космо. Что-то... Фен, конечно, он замедленно включается и получается немножко не то, что хотелось бы. Так, берем атаку. Идем вместо Феникса. Сейчас с вами соберем Космо. Поставим его в пачку. Вот такой вот вариант будет. В принципе, нам этого должно хватить. А, так, Form Team. Move. Блин, ставить его первым неохота. Мэри сольется. Поставим вот так вот ворожая. Так, тут мы не пройдем, наверное. Зефир тут будет полегче, я надеюсь. Ну, по крайней мере, должно быть. Так, ну Космо нам даст преимущество, то что мы сможем первыми включиться. Я надеюсь, никто не будет сливаться. Я надеюсь, и тут же в первый этот, блядь, Космо сливается. Это просто бред. Ну чё, здравствуй. Здравствуй, непроходка. Блин, бред полный. Вот тут я не знаю, что нам светит. Тут, наверное, нам дальше уже ничего не светит, судя по такому. Мэри слилась. Но бар, треснешь, Мэри? Эй, посмотрите, что они делают. Просто нереальное что-то. Поехали, посмотрим. Просто жесть, ребят. Я, честно говоря, в шоке. Как это все проходить? Ну это пипец. Так, сейчас я. Соберу героев.
потому что это понятно, что это уже трэш начинается. Так, ставим вот такой вариант. Ставим. Это да. Такс. На ворожая нам надо еще эмблему с вами поставить. Может маску поставить, выживет дольше. Но это не точно. Так, я попробую такой вариант, чтобы его очень быстро не сливали. Плюс может заблочит еще. Фин его знает, поехали. Но вдруг повезет. Так, убираем отсюда Мэри пока. Убираем отсюда Феникса, ставим Огника и ставим сюда Фрею. Вот такой вариант пробуем. Либо же вариант, мы сейчас часть сольем с них. И вроде нормально, сейчас вроде держится уже. А мы сейчас часть с них сольем, а потом остальное добьем через рез. Но это опять же, это не точно. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится с этими тремя друзьями. Нам надо убить с вами. Это жесть. Не проседает, слава богу. Оккультист проседает. Смотрим на Зефира. Пока не хилится, видите? О, вообще отлично. Опять Огника потеряли, и ворожея потеряли. Офигеть. Просто жесть, ребят. Поехали, пока не буду резать, попробуем. Так, тут мы должны без проблем, по идее, пройти. Это опять же не точно. Ух ты! Нифига себе, посмотрите на моего оккультиста. Он практически просел сразу. А, это, наверное, с предыдущей катки, скорее всего. Ну, идем пока таким составом, потом резнем все. Смысл резаться есть только, когда уже дальше пройдем. Больше героев будет слитых, тогда будем резаться. Но это просто жесть. Так, отлично, слился землеройка. Ну, кто бы сомневался. Такс. Поехали кого-то рандомно резнем. Резнули нам Огника. В принципе, тоже неплохо. Правда, нету. Так, смотрим. Пойдем сюда. В принципе, Фрея здесь должна их раздавать. В такой сборке. Дамага у нее дофига. Ну, блин, без ворожая, конечно, печаль. Ух, чувствую, сейчас нас тут жарят дальше. Но может повезет, и адский 2 пройдем. Посмотрим. Остался у нас Огник. Бард свое дело делает. Так. Там двое осталось, не вижу кто. Так, Огника убрали, красавчики. И осталось у нас, судя по всему, то, что я вижу, это осталось Фрея. Кто-то там жесткий остался, он все время хилится. Да, Фрея вроде. Пипец. Просто пипец, ребят.
недомогания не спасают. Да. Будем сейчас пробовать зеленого смотра собирать. Оно даже там на одну полоску только проседает. Дальше мы ее не пробиваем. Ну, будем сейчас пробовать резать всех героев. Другого варианта я не вижу. И проходить дальше. У меня все герои, там осталось Фрея. Ну окей. Фрея так Фрея. Ставим сюда Мэри. Надеюсь, она сейчас не сольется. У нас есть зеленый смотр. В принципе, он нас должен заблочить сразу же. Так, отлично. Ну, понеслась. Давай, Мэри, я в тебя верю. Изи просто, видите? Разницу. Разницу из-за одного героя. И опять та же самая хрень. О, нормас, повезло. Я никогда не думал, что я буду на таком аккаунте искать легких путей в этой локации. Но это просто жесть. Смотрите, у меня там героев посливали просто налегке. Непонятно кто что смотр. Огник просто улетел. Мэри улетела. Я в шоке. Ну, пробуем с тем, что есть. Все равно без разницы, может кого-то хоть сольем. А, изи, ребят. Вот это плюс. Должны затащить, но это не точно. Сейчас как дадут, блин, нам усиление. Посмотрите на отхил. Я в шоке. Ты что там за отхил такой? Что это за жесть? Нифига себе. Жесткое дерево. Но мы вроде без потерь. Оккультист тащит. Оккультист реально тащит. Адская 2 пройдена. Ну что, поехали на самый жесткий левел. Фрея. Не, я пойду, наверное, сюда. И там оккультист. Тут зефир. А, это мой зефир. Блин, я уже пересрал, думаю, блядь, на зефира напал опять. Это ж печаль. Что там у нас осталось? Фрея. Фрея и Ронин, судя по всему. И Фрею мы эту не убьем без Мэри. Вот так вот. Будете собирать Мэри, вы ее вот логика просто жесть. Хотите собрать Мэри, но вы ее не убьете без, не получите без Мэри. Вот это просто жесть. Это IGG делает нам подарки. Так, ну что, вы там ее убьете или нет? Конечно же, они ее не убьют. Без Мэри тут нефиг делать. Какие бы у вас ни были герои. Просто пипец. Там, смотрю, еще и Ронин есть. Живой. Это вообще сейчас будет отдельная история. Как его, блин, по нем попасть надо еще? Офигеть, вот это я, конечно, попал в просак. Так, убираем барда. Вообще идем резаем. Резаем всех. У нас есть кровь от нас предыдущего раза. Но я не знаю, что сейчас делать. Это реально просто вон будет. Поехали. Вот тут мы должны, по идее, Рэй ушатать сразу. А вот насчет Ронина,
очень много вопросов, сольется ли он. Если нет, там я смотрю, он с хорошим отхилом. Сколько? Да ну нафиг. Не, ребят, это нереально пройти. Посмотрите на его отхил. Посмотрите на этот отхил. В 2 миллиона отхил. Герои просто его не пробивают. Он отхиливает все. Спасибо, IGG. Вы очень крутые. Это реально охрененная локация. Просто могу сказать браво. За такого Ронина отдельное спасибо. Что с ним делать? По нем герои, даже если попадают, у него отхил 2 миллиона. Это просто бред. Посмотрите на мой дамаг и посмотрите на его отхил. Все. Вот и все. Финита ля комедия. 6. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Ждите видоса с бездоната. И, конечно же, я открою сундуки. Посмотрим, через сколько мы сможем собрать в реальности Мэри. Это просто жесть. Называется «Нашел легкий путь». Выбрал, точнее. И сменить я уже ничего не могу. Просто... И... Ну, вы поняли, что... IGG, красавчики. Респект вам за такую локацию, продуманную и просто, ну, нереальную. Все, всем удачи, всем пока.